Здравствуйте, меня зовут Екатерина Антонова, я приехала из солнечной Италии. Представляю сегодня в городе Москва Европейский институт дизайна. Сегодня я нахожусь в уютном офисе Star Academy в городе Москва и готова встретиться со студентами, которые хотели бы поступить в наш университет и готова ответить на все их волнующие и интересующие вопросы. На практике очень много, поэтому у нас класс не больше 20 человек. Мы приглашаем студентов учиться в наш университет, так как мы являемся одним из ведущих университетов в Европе в сфере образования по моде, дизайну, визуальной коммуникации и менеджменту. Конкретными проектами с первого года, и все это идет в сотрудничестве с предприятиями, с домами моды и с агентствами. Мы даем нашим студентам возможность представлять свои работы на таких площадках, как WorkTalent, например, и участвовать во многих интернациональных и национальных конкурсах, где можно предоставлять свои работы. A tutti voi vorrei augurare oggi un grande successo per tutti i vostri progetti, per le vostre iniziative.